Салам алейкум, Жигитер, всех приветствую. Покажу вам пробежные автомобили, что сегодня стоит, цены падают, не падают. Давайте начнем. Land Cruiser 6 год, 4.7 на полном приводе, 10 миллионов 500 тысяч тенге в черном цвете. Это 2006 год. Светлокожаный салон. В принципе, все стандартно. Так, давайте у нас. Это Lada Vesta Cross, 19 год, 1.8 на роботе, 6 миллионов 890 тысяч тенге. В таком светло-коричневом цвете. Она универсал. Ну так, ничего смотрится. Закоцано. Так, это у нас Renault Duster на полном приводе. Один и три на вариаторе. 21 год, 8 миллионов 990 тысяч тенге. Рейлинги на крыше. Резина у него континенталь. Так, это у нас Nissan Juke, 14 год, 1.6 на вариаторе, передний привод, 5 миллионов 800 тысяч тенге, в красном цвете. Для начинающего водителя, или девушки, женщины, сама то машина. Резину поменять надо. Так, это у нас второй Nissan Juke. Это 13 год, 1.6 на переднем приводе, 5 миллионов 500 тысяч тенге в белом цвете. Вот они, видите, два одинаковых. Напишите в комментариях, какой бы выбрали, если есть, конечно, девушки тут. Так, данная площадка — это дилерский Toyota, что-то с Казахстана, Усть-Каменогорский, в городе Усть-Каменогорске. Так, это Nissan Roadster. 19 год, 2.5 на вариаторе, полный привод. Роудж. По-моему, это сильно-сильно похож на Nissan X-Trail, если я не ошибаюсь. Да. Nissan X-Trail похож. Но тут написано, видите, Роудж. Видимо, для разных стран, для разных рынков названия меняются, короче. Так же, как Hyundai Solaris. Он в России называется, а в Республике Казахстан Hyundai Accent. Так. Это у нас Kia Sorento. В таком серый или темно-коричневый цвет. 22 год, 2.5, 20 тысяч пробег. 19 миллионов 267 тысяч тенге. Камера. Состояние нормально. Чехлы тут дорогие, на закашиты. Полный привод. Так, это у нас Range Rover на черной крыше. Черные диски на резине Dunlop. Тонированные. Ребята, смотрится черный диск, черные зеркала, повторители. Так, давайте посмотрим. 13 год, 5-литровый, 129 тысяч пробег, автомат, стоимость 26 миллионов 500 тысяч тенге. Ну, серьезно, аппарат новый, он стоит вообще космических денег. Так, а это у нас Exit VX. В полном приводе, наверняка на роботе, в белом свете. Так, 23 год, 2 литра, робот, пробег почти 9 тысяч километров,
Стоимость 16 миллионов 400 тысяч тенге. Хороший аппарат. Вот, тут наклеечки даже сохранены. Так, ребятки, пойдемте далее. Тут уже автомобильчики посерьезнее стоят. Видимо, дилерские сдали. Вот они, вот они, вот они. Toyota Land Cruiser Prado. 18-й год. 2,7. 71 тысяча пробег. На автомате 23 миллиона 90 тысяч тенге в черном цвете. Интересно. Так, Lexus LX 570, 19-й год, 5,7, пробег вообще 11 тысяч, 60 миллионов 90 тысяч, 9, сколько? Да, 90 тысяч тенге, 60 лямов. Темно-коричневый кожаный салон. 570, да, серьезный аппарат. Так, Land Cruiser Prado, 2,7, 18-й год, пробег 154 тысячи, автомат полный привод, 20 миллионов 995 тысяч тенге. Далее. Toyota RAV4, 22-й год, 2-литровый на вариаторе, 17 тысяч пробег, на полном приводе 19 миллионов тенге. Так, еще один RAV4. Это у нас 18-й год, 2,5 на автомате, полный привод. 11 миллионов 500 тысяч тенге. Вот, смотрите, тут два поколения рядышком. Справа поновее, беленький. Так, это у нас камрюха 70-ка. Посмотрим. 19-й год, 2,5, 65 тысяч пробег. 15 миллионов 990 тысяч тенге. Белый цвет, перламутр. Так, еще одна камрюха. А вот это новая. Да, да, новая. Престиж комплектация 2,5. 18 миллионов 700 тысяч тенге. 23-й год. Да, да, вот это новенькая. От дилера. Посмотрите, найдите какие-нибудь отличия. 70-ка и 75-ка. Так, вот она, еще одна новенькая камрюха. Еще и еще. То есть вот они, новые камрюхи в Toyota Center в наличии. Ставим лайки, обязательно подписываемся. Будете жить богато и будете здоровы. До новых встреч.